Безопасность движения по обмену. В Брянск с туром по городам-героям России прибыли немецкие байкеры и заодно рассказали брянским полицейским, как в Германии обстоят дела с нарушениями ПДД и наказаниями. Ко Дню Победы ночные волки поехали в Берлин. А теперь из Германии в Россию с ответным туром по городам-героям прибыли немецкие байкеры из клуба Crazy Devils. И первым делом байкеры отправились в управление госавтоинспекции. In Brянск besuche ich meinen Bruder André. Und ich bin zum zweiten Mal in Brянск. Und ja, wir schauen uns alles an. Приехал к своему брату Андрею. Второй раз уже, первый раз были зимой. Но не на мотоциклах, а на автобусе. И в Германии, и в России безопасность дорожного движения – приоритетная задача. Однако, если в Германии, например, пьяному водителю помимо пересдачи еще необходимо издать тест на психическое здоровье, то в России больший уклон идет на профилактику и предупреждение нарушений. Это специальные уроки безопасности в детских садах, в школах, университетах, различные акции на дорогах. Нашим гостям показали, в каких условиях мы работаем. Им очень понравилось. Рассказали о основных направлениях деятельности госавтоинспекции. То же самое были очень удивлены. Ну и рассказали о тех проблемах, которые существуют в организации дорожного движения. Это прежде всего пьянство за рулем, это управление транспортом без водительских удостоверений. Затем гости из Германии посетили музей УВД по Брянской области, где расписались и оставили пожелания в книге почетных гостей. Es ist interessant zu sehen, wie viel Arbeit darin steckt. Очень интересовало, что больше проводится большая работа. Und dass sie sich ja bemühen, dass es immer wieder verbessert wird. И также, ну, очень понравилось, даже не ожидал такой прием, и столько у них, этого в полиции такого не проводится. Байкеры из клуба Crazy Devils пообещали поддержать все инициативы госавтоинспекции и соблюдать правила дорожного движения. Сюжет подготовлен при содействии пресс-службы управления МВД.